Небо такое голубое-голубое, чистое. Вообще ни одного облачка. И желтые подсолнухи на голубом небе. Но красота же. Красота. Пошла проверить, как тут мои георгинчики. Сегодня у нас ночью лил дождик, а потом бахнули заморозки. Вот, смотрю, некоторые все подзамерзли. Какие-то еще стоят. Вот, ну, в общем, надо сейчас в ближайшие дни уже буду заниматься тем, что буду выкапывать георгины. Последние цветочки срежу, в вазу поставлю. И буду выкапывать потихонечку. Их нужно еще выкопать, промыть корни. Вот этот вот красавчик подзамерз, конечно. Так, наверное, не видно. О, шикарный. Немножко, конечно, его прихватило. Ну, в общем, в принципе-то уже и пора. Не буду ждать, когда заморозки будут еще сильнее. Займусь в ближайшее время георгинами. Надо будет их выкопать все. Промыть клубни, просушить. Потом поделить на деленочки все. О, моя любимая Изабелла. Красавица моя. Тоже померзла. Вот. В общем-то, вот так вот. А Бум-Бум Вайт стоит, как гоголек. Все с ним хорошо. Собрала последние георгины на ферме. Вот. Такие более-менее, которых заморозок не коснулся. Ну так, немножко побило тоже чуть-чуть. Ну, незаметно. Поставлю дома в вазочку сейчас. Букетик красивый. Буду любоваться на последние георгинчики в этом сезоне. Ну вот, начала выкапывать потихоньку свои георгинчики. Несколько клубешочков. Здесь тоже вот рядочек. Вот, не уверена, что я сегодня все выкопаю георгины, поэтому решила делать частями. Так, вот я их сейчас выкопала. Дальше беру ящичек. Опля. Опля, тру-ля-ля. Беру ящик. Беру клубень. Георгиновый. Ну и вот таким образом, как следует, промываю клубни. Каждый клубень. Вот. И буду уносить домой на просушку. Теплицы оставлять я боюсь. У нас сегодня заморозок такой обещают. Нехилый. Сейчас промою все вот эти клубешочки. А остальные георгины, которые я не успею сегодня выкопать, я окучу, как картошку, чтобы клубни ночью, когда будут заморозки, не промерзли. А это унесу домой на просушивание. К сожалению, файлы, которые я записывала, как я сохраняю георгины на зиму, на моем компьютере слетели и были утрачены. Но все же я вам постараюсь показать весь процесс. Конечно, он будет не такой подробный, но, думаю, смысл будет понятен. В общем, пару дней я выкапывала все георгины, я их промыла и разложила на просушивание. После того, как корни просохли, каждый клубень я разделяю на отдельные клубешки. После деления я даю срезам подсохнуть. Далее подсохший срез я замазываю зеленкой и присваиваю каждому клубешку порядковый номер согласно его сорту. Укладываю клубешки в контейнер, каждый слой просыпаю сухой стружкой и сверху пишу список, сколько клубней и какого сорта у меня находится в данном контейнере. Убираю контейнеры в прохладное место на хранение. И периодически зимой буду поглядывать, как там поживают мои клубешки.